нашли где-то здесь, берете, оп, выбили. Сами выбили. Раз, два, выбили. А отсюда выбили. Поискать варианты. Здесь выбили. Потом подошли, раз, два, три, выбили. Сюда опять же пошли, оп, выбили. Здесь, здесь выбили. Все варианты выбил. Смотрите, на пляже была тема, на которой вы что-то опять остановились. Это вот захват, освобождение и вот это. То, что мы с вами делали, либо сюда перебор. Сейчас смотрите, сейчас ваша задача вот в этом положении. Идет удар ножом, вы скручиваетесь, то же самое забираете, видите. Но здесь только не ускоряйтесь, потому что сразу ему воткнете. Медленно сейчас как раз вот эту всю суету уберите и наберите. Именно отсюда уводите. Еще раз, смотрите. Встали, раз, два, вот этот переход, три. Здесь как раз вот можно навстречу уже идти. Еще. Ушли, раз, два, перевод, видите, три. Если нужно, он держит нож, можно отсюда, видите, подрезание и выбив идет. Идет нож, смотрите, нож вы опять же выводите и тут же на вариант конвоирования. Есть здесь пульс и колено. Вы просто берете и отсюда выбиваете его. Именно этот момент. То есть чем хорош вот этот? Можно здесь перейти и сюда сразу вариант. Но вот эта вот болтанка и отвлечение от ножа, потому что когда с ножом схватили, идет борьба за нож. Его задача удержать, порезать, ваша задача не дать. Вот в этот момент идет, когда именно выброс. Вы отвлекаете, и потом то же самое идет уже. И уже идет выброс. Еще раз. Только здесь тоже не нужно суетиться там всем, потому что можно опять от огромного желания воткнуть сейчас. Поймайте именно медленно вот этот переход. Болтанка. Еще раз, смотрите. Раз, два, три. Уходите. Раз, два, три. Все, как вы пойдете дальше, может быть опять это же. Посмотрите, ты чего, грудь, помните, защиту вторым способом делали? И вот с этого положения рука чуть прихватывается, вторая с локтя наносит удар. Лучше голову закрывать. Я бы сделал. Я понял. И с этого положения, ребят, нож выбит, не выбит, несколько вариантов можете. Отбрасывая руку, наносить удар в ногу, сбивать его тут же контроль. С этого же положения, смотрите. Если нож не вылетел, то есть раз попытка выбить, он устоял. Можете перебирать. Опять еще одну попытку выбивания. Нож, если остается в руке, пользуйтесь ножом. Начинаете подрабатывать. Опять идет. Оп, раз, не выбили нож. Рука, посмотрите, идет. Удар, тут же перебираете, отбор. И ножом пользуясь, начинаете уже контратаковать. Почему с локтя выбивать? Если вы будете выбивать вот так, удар уже трудно, видите, нанести. Когда с локтя, даже если не выбито, во-первых, ему больнее. И вот она, видите. Либо локтем выводите, накручиваете. Здесь опять контроль через ногу. Забирает уже какой-то контроль. И сделайте несколько подходов. То есть ушли вот так, да? Руку накинули и пошевелите плечами. Плечи вниз подень. Движение очень коротенькое, то есть бьет партнер, вы плечами передернулись, все, он тут будет вылетать. Не рука вот так бьет, а почти вот смотрите, с контакта, вот там, плечи. Когда вы уходите, забираете, если руки зажаты, вы начинаете перехватывать, пытаться, то есть вот зажимается все. Если при выбивании у вас будет тоже раз, два, три, четыре, зажим, ничего не будет. Вы должны уже на автомате вот просто... Вот эти подбивки, которые отвлекают, по крайней мере. Задача, смотрите, одна идет сюда. То есть, в принципе, выбивание может быть такое. О, вот оно, туда идет. Он идет, и вы навстречу выбиваете. Аккуратно там. Идете, вот он выбивается. Чуть-чуть под 45. Теперь, смотрите, по этому же принципу, только уже вот этот кистевой момент. И тут же навстречу идет. Смотрите, раз, два, три может идти. Либо вы идете раз, два, три, четыре. Свободно. Опять встали. Раз, два, три, четыре, пять. Нога. Хотя бы один из вариантов
Опять раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отвлекающий сделали от ножа, добили. Просто бегло. Потом же, как может идти сюда и по бицепсу тоже, видите, идет игра. Вы встали, идете раз, два, три. Либо раз, два, три, четыре. Отсушка руки идет. Сюда же пошли. Раз, два, три. Оп, туда по трицепсу. Раз, два, начинаете эту работу выполнять. Раз, два, три, четыре. И вот держит, и потом уже все теряется. Не вылетел нож и теряется. Смотрите. Вы встали. Раз, два, три, четыре. Встряхните просто его. Просто встряхните. Вот это. Все, думать не надо. Опять же. Трясти надо. Да, трясти надо. Не думать. Взяли сюда, а потом опять туда же его можно. Плюс на подходящего партнера. Раз, два и укол. Три. Ваша задача, вы встали. Встали. Раз, два, три. Ушли. Опять пошли. Раз, два, три. Ушли. Можно просто вписываться. Различный вариант. Опять. Раз, два, три. Ушли. И контроль тоже уже выполняете. Сделали там 3-4 раза, пошли его. Раз, два, три. Опять раз, два, три. Поменяли руку. Раз, два, три. Дали ему то же самое. Раз, два, три. Раз, два, три. И погнали уже так. Три. Раз, два, три. Подрезать вот этот последний. И пошли. Раз, два, три. Пошли. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот сейчас уже подстроился. Раз, два, три. Раз, два, три. Где начали гоняться за рукой, через сопротивление вы не успевали. Точно так же и сейчас происходит. Идет отсюда подрезание, подрезание, подрезание. Вы начинаете. Раз, два, три. Не успеваете сработать. Вместо того, чтобы вы прилипли, прилипли, прилипли. Катаясь на его руке. Есть контакт, есть контакт, есть контакт. В принципе, вот. Сейчас восьмерка, одной. Раз, два. Ушли. Три. Упреждение. Вошли. Раз, два, три. Опа, упреждение. Одной рукой. Пошли. Раз, два, три. Перекрыли. Тоже. Раз, два, три. Упреждение. Выполняйте. Но нож контролирует, не так, что вот его сбили там, отпустили, и он опять остался с ножом. Встали, раз, два, три, встали, идет бросок, опа, нож контроль, либо выбивается, либо идет забор, либо отсюда забор. Есть различные варианты вкручивания. Подрезание, контроль может быть. Может, это болевой еще. Отсюда ушли, бросили, вот есть положение. В этом же можно опять же его выбивать, можно выбивать отсюда. То есть вы смотрите как, перед тем как опрокинуть. Либо вы опять же идете на забор и тут опять тоже выбиваете. Забираете, если нужно. То есть начинаете уже исходя из этих. Раз, два, три, по четыре. Контроль. Смотрите. Начинаете работать дальше. Здесь же. Раз, два. Уже уходите с упреждением сразу. Вот он начинает здесь подрезать, вы к нему здесь дополнительно. И опять же ее ловите на контроль. И здесь можно выбивать, можно выбивать. Вы начинаете вписываться, выходить, смотреть. И уже потом привлекаете перебором рук. Где-то упреждаю. То есть руки мягко, плавно. Если будете ставить опять вот эти сюда, сюда сразу будет забивы, подрезы какие-то, просто будет забирать руку, подрезать. Именно контакт на его движение, вы начинаете вкручиваться, смотреть. Плюс какие-то варианты уходы за спину. Все время старается сзади просто помех. Вот он свободно, легко трепет. Не надо трепать так, чтобы выдергивать ему. Он все время трепет, и он начинаешь атаковать так же. Я начинаю уходить, иногда его где-то ставить. Иногда меняю, вот именно подставляю его, видите?
использую именно вот это вот, то, что он начинает мешать, как помеху создавать. Не лезете второй рукой сюда, потому что сразу закрепостите. Используйте. Пускай он работает, пускай вы тоже несколько раз попробовали, ушли. Понятно, да? Убирайте, не надо сейчас за счастливыми глазами его там бросать. Все, потому что сразу такой огонек. Встали, вот вы держите пространство, присели на ногах, и вы крутитесь вот как вокруг него. Ваша задача просто свободно, вы начинаете. Он уже смотрит, вы можете идти напирать, он использует, то есть он уходит, вы только смотрите, если он туда пошел, сразу смещается кто-то один и держит, вот как оберегаете. Ну, не пихаем ничего. Ничего не пихаете, вы просто создаете, чтобы он не уходил дальше положенного. А жить хочется, да, вот? Сейчас вы подходите. Где? Серега, выходи. И все. И не даем ему свободно в ногах двигаться. Володя начинает его атаковать. И вот сейчас его задача корпусом. Мы его прям пригружаем. Денис, пригружаем сейчас. То есть вот в ногах ему. Где-то можно даже еще ноги подставлять иногда, чтобы он только корпусом срабатывал. Под таз подставлять. Здесь скорость соизмеряйте тоже пока. А этот самый товарищ можно, да? Медленно, смотрите, смещаясь. Раз, два. И вот здесь вот вы идете по вектору. Опа. Вводя здесь есть, либо он забирается сразу. Либо в этом же положении, смотрите. Медленно опять. Раз, два, три. Вот он как пошел, смотрите. Вот туда вот идет смещение. Опа. Выкручивается. Вадик, режущая кромка к себе. А? Режущая кромка к себе. Выкручивается, и отсюда идет по руке выбор. Вы пошли, он идет, вот плоскость ложится. Ага. Все, дальше идет, смотрите, вывод. Здесь просто не захват, а просто наложение, локоть. Опять плоскость, идет вывод. И вот здесь, смотрите, при этом выводе не рукой тянете, нога. Она может и вырвать, если нужно, если хороший прихват. И вы можете еще доработать уже здесь, когда пошли. Раз, два. Вот здесь нога делает толчок. Опа. И убиваем. И еще разочек то, что было первым. Ушли. Раз, два. Вот сюда едем. Опа.